Уникальный 15-главый храм в Ярославле отреставрируют и обезопасят. Для церкви Иоанна Предтечи в Толчкове специалисты готовят программу комплексного ремонта. Об этом сегодня сообщил официальный сайт регионального правительства. Храмовые фрески требуют ухода и консервации, местами даже восстановления. Сохранился иконостас, но образа хранятся в Ярославском музее-заповеднике. После проведения комплексных работ иконы можно экспонировать в церкви, а для того, чтобы обезопасить ее от вандалов, планируют установить систему видеонаблюдения.